Я вам хочу сегодня показать своего жука. Это мой жук. Он сидит на таком листике. И это не просто жук. Он умеет ползать. Он уперся в аквариум. Кстати, в этом аквариуме живет моя улитка Бонни. Вы помните ее? Я снимал с ней видео. Ну, это жук-носорог. Он работает на маленьких батарейках. Вот отделение для батареек. Они маленькие, такие же, как в часах. Вот мои часы, и тут такие же батарейки. И этот жук, он ползает на полу, а на ковре он не ползает, только жужжит. И по аквариуму он не ползает, потому что тут вот эти вот палки. Не палки, тут такие выступы. Этого жука мне купили еще в прошлом году. Такой вот жук. А мое прошлое видео было...